преддверии зимы ремонтные и строительные работы на объектах городской инфраструктуры подходят к своему завершению. Объем в этом году был колоссальный. Глава региона Игорь Руденя проинспектировал ход ремонта улиц и дворов Твери. Об итогах этого сезона и планах на следующий расскажем в следующем материале. В этом году улицы Твери затронул масштабный ремонт. План – 55 километров дорожно-уличной сети и 32 тысячи квадратных метров тротуаров. Рекордный объем. Всего 81 объект. Глава региона Игорь Руденя в ходе рабочей поездки по Твери проинспектировал ход работ. Один из объектов – Краснофлотская набережная. Здесь приведено в порядок 2 километра дороги и часть тротуара. Готовность проезжей части – 100%, тротуара – 35%. Подрядчик компании АБЗ «Дорстрой» не первый год работает на Тверской земле. Беляковский плюс Краснофлотская набережная. У нас он объединен в один участок. Он стоит порядка 65 миллионов. 24 тысячи квадратов проезжей части. Было полностью отремонтировано. Заменено два слоя покрытия. Плюс нанесена дорожная разметка. Тротуары на этом объекте 23-го года. Часть тротуаров была выполнена в этом году. Контракты были переходящие 22-23 года. Рядом с Краснофлотской набережной находится грибная база. Здесь оборудована парковка и освещение. Глава региона также дал ряд поручений по улучшению благоустройства этой площадки. Также губернатор осмотрел улицу Учительскую, где в нормативное состояние приведено в порядок почти 600 метров асфальта и почти километр тротуара. Еще один объект – дворовая территория на улице Ерофеева. Все эти работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Очень важно, что грибная база сегодня находится на финальной стадии завершения. Построена дорога, это было по обращению наших граждан, родителей детей, которые занимаются на грибной базе. Парковка для автомашин, освещение. Кроме того, это улица Учительская, которая в центре также была по обращению наших жителей отремонтирована. Сегодня мы видим, что центр преображается. Хотел бы поблагодарить наших жителей за неравнодушие, которые подсказывают, рассказывают, как бы выглядел столица Верхней Волжи. Глава региона побывал на улице Левитана в микрорайоне Южный. Район активно расстраивается, растет число жителей, и потому необходима комфортная инфраструктура. Здесь отремонтирован участок в 500 метров. Объект находится в завершающей стадии. Осталось уложить асфальт на велодорожке и тротуарах, сделать дорожные знаки, разметку и провести благоустройство. Высоко оцениваем проделанную работу за текущий год. У нас есть новые направления. Активное вовлечение в хозяйственную деятельность нашего региона федеральной программы «Стимул», по которому построена в том числе и эта дорога по улице Левитана. В ближайшие два года мы должны построить всю опорную дорожную сеть, которая будет в микрорайоне Южный связывать основные магистрали. Это бульвар Гусева, это улица Левитана, это улица Псковская. Мы со своей стороны возьмем это под особый контроль. Губернатор подчеркнул, помимо развития уличной дорожной сети, необходимо обеспечить и ввод социальных объектов. На следующий год планы по приведению дорожно-уличной сети Твери в порядок не менее масштабные. Напомню, что уже за последние три года отремонтировано около 160 километров магистрали и почти 12 тысяч квадратных метров тротуаров.